вышли погулять в крещение к реке. Раньше росли ивы большие здесь. Сейчас все погорело. Последнее время засуха. Вот такая вот ива большая упала. Вот такая арка образовалась. Отец натоптал дорожку под ней. Такой вот сгоревший дерево. Прямо обгорело, обгорело. Перелезли через дерево и приближаемся к нашей реке. Сегодня крещенских морозов у нас нету. Тепло, тает, но снежок идет. Это у нас спуск к реке. Но сегодня мы спускаться туда, наверное, не будем. Там вон дырки рыбацкие есть. Почему-то в крещение захотелось. В крещение захотелось ходить именно на реку. Маленькая прогулочка.